Продолжая тему. Больше 1500 лекарственных средств и медицинских изделий почти на 450 миллиардов тенге закупили в прошлом году по системе единого дистрибьютора. Это данные СК «Фармация». Единый дистрибьютор обеспечивает препаратами более 2000 медицинских организаций и свыше 2 миллионов пациентов в Казахстане. По итогам закупа сэкономили 21,5 миллиардов тенге. Эти средства направили на дополнительное приобретение препаратов. Особое внимание в стране уделяется сейчас поддержке отечественных производителя. А мера поддержки предусмотрена в виде заключения долгосрочных договоров. В прошлом году заключено 96 договоров с 36 казахстанскими товаропроизводителями на поставку более 4000 наименований медикаментов. Из них 640 – это лекарственные средства и 3771 – медицинские изделия. Где же мы закупаем сегодня медикаменты? Как я сказал ранее, львиная доля приходится на отечественные компании – около 60%. Также приобретаем препараты у Индии, Германии, Франции, Китая и Швейцарии. В этом году в списке оказались также Украина, Турция и Польша.